Привет, друзья! Рады приветствовать вас на нашем канале. Посмотрите, какой у меня сегодня завтрак. Это клюква, сушеная клюква. Немного я ее промыла и залила горячей водой, не кипятком. Она у меня постояла немного. Вот посмотрите, она расправилась уже. Это не суть важно, можно и сушеную использовать. Это киви. И дальше вот у меня залит кипятком, сейчас размешаю, вот только залила. Это мюсли с сухофруктами и овсяные отруби. Вот такой у меня завтрак. В Нидерландах уже продаются мюсли с кусочками фруктов, готовые смеси. Если у вас нет смеси мюсли, допустим, зерновых с фруктами сушеными, то вы можете их сами сделать такую смесь, либо использовать свежие фрукты. Ну, у меня комбинация и сухие фрукты, и свежие. Рекомендую, друзья. Вкусно, полезно, быстро. Хорошее начало дня. Всем хорошего дня и прекрасного настроения. До новых видео. Пока.